Дорогие друзья, мы приветствуем вас на выставке Moscow Education Show. Мы говорим об образовании в Австралии с представителем университета Elite Pathway Institute Татьяной Калмыковой. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас и рада долгожданной встрече с представителем Австралийского института. Первый вопрос об образовании в Австралии в целом. Расскажите, пожалуйста, как устроено оно и какие возможности существуют для российских клиентов, абитуриентов, которые к вам планируют приезжать. В Австралии можно учиться на разных уровнях. Как среднее образование получить, значит, это, как и у нас называется, колледж от года и более, в зависимости от специальности и выбранной профессии. Также получить высшее образование, которое, значит, после получения института бакалавра, а после университета можно магистратуру заканчивать и докторскую. На бакалавра обучение 3 года и более, в зависимости также от специальности и профессии, а магистратура и докторская от года и более, тоже в зависимости от профессии и специальности. Для наших студентов из России в Австралии, значит, обучение отличается среднее от нашего и австралийского. У нас среднее образование 11 классов, в Австралии 12 классов. Поэтому после окончания средней школы 11 классов наши учащиеся могут поступить на дополнительные, как у нас называются, подготовительные курсы в любой выбранный институт по профессии, по специальности. Закончив его, сдав экзамены, идет зачисление в определенный выбранный институт, который подготовительные курсы каждого института или университета выбираются. Также могут получить колледж среднее образование, продолжать дальше учиться, выше получать образование после колледжа и при этом работать. И существует ли обязательный экзамен для сдачи английского языка? Английский язык обязательно для обучения в колледже. IELTS обязаны сдать, который по баллам в любой колледж Австралии 5,5 балла проходных, а институт и университет, у них проходной балл индивидуально у каждого. Все зависит от специальности и профессии. После окончания высшего образования есть ли возможности для того, чтобы остаться в Австралии на постоянное место жительства? Конечно, есть. Оказывается, помощь. Институт оказывает помощь для студентов. И также, но при выборе специальности и профессии обязательно нужно, чтобы профессия находилась в списке востребованных. Есть профессии, которые находятся постоянно и не выбывают из списка, а есть, которые плавающие. Они могут один год быть в списке, на другой год их исключить, так как набрали количество востребованных, и убирается эта профессия из востребованных. А есть те, которые требуются постоянно. То есть это нужно обратить внимание на список востребованных в Австралии профессий. Заранее при поступлении выбрать именно ту, которая в последующем будет востребована Совершенно верно. Работодателя. Совершенно верно. Elite Pathway Institute, какие предлагает программы для именно российских абитуриентов? Наша компания работает эксклюзивно, без посредников, в Австралии, в Новой Зеландии, с ведущими австралийскими колледжами, институтами и университетами. Занимается подготовкой, поступлением и сопровождением обучения до получения диплома. Ежели нужно будет оказать какие-то адвокатские, чтобы остаться по иммиграции, то есть работают в институте, работают адвокаты высокого уровня, которые могут оказать помощь любую для студентов России. Насколько мы знаем, одной из самых востребованных программ института являются каникулярные курсы английского языка. Расскажите об этом, пожалуйста. Совершенно верно. Самая востребованная программа – каникулы.
и, значит, которая подразумевает возраст от 6 до 50 лет. Могут приезжать группами, заселение по желанию в семьи. Можно индивидуально снять для группы дом отдельный. Или же, ну, все зависит от желания родителей, от желания учащихся. Входит, в эту программу входит, значит, встреча в аэропорту, поселение, проживание, значит, питание, экскурсии и обучение. На сколько, на какой период рассчитано? Рассчитано от 2 недель до 3 месяцев. До 3 месяцев. То есть в течение всего летнего периода можно находиться, да, на данной, да, программе. Да, совершенно правильно. Татьяна, скажите в заключение, что бы вы посоветовали нашим посетителям выставки, нашим зрителям, которые, может быть, не знали, но теперь будут интересоваться образованием в Австралии? Приходите, мы вам поможем с радостью. Отправим, проводим, встретим все, и иммиграцию поможем, все, которые нужно будет и поступить, и подготовить, и получить образование, мы будем рады очень. Если у вас есть вопросы об образовании в Австралии, задавайте их в комментариях, переходите в описании видео на сайт Elite Pathway Institute, будем рады ответить.